Выходим мы по новой, дабы раскачать зал потоку юмора, уже давно пора начаться. Не было пару месяцев, мы только ждали часа, чтобы подняться снова и словом по новой дать джаз. Сборная вузов, мы только входим во вкус, а потом добавим и пустим хоть только самое лучшее. Это зрители Москва, это костюмы пара, та команда ищи на Первом канале, эпизод 2. Привет, Москва! Ну что ж, здравствуйте, друзья, перед вами чеченцы. Но сразу хотим сказать, мы не обычная чеченская команда. Но чтобы вы лучше понимали, слово «короче» мы используем только в том случае, когда что-то меньше другого. Друзья, вы нас уже второй раз видите. Шамиль, чё ты всё? Вы, да вы. Может, уже пришло время перейти на «Слышь, ты сюда, иди»? Действительно. Да замолчите вы, пацаны, сегодня же важная игра. Мы должны показать наши лучшие качества. Шамиль, давай мы с Мансуром покажем свои лучшие качества. Да знаю, какие вы качества можете показать. Как синхронно ходить толпой. Ага, или как нечаянно сдать ЕГЭ на 100 баллов. Или как правильно притворяться ингушом. Или как не напрягаться и тратить свое время впустую. Или как напрягать других и тратить их время впустую. Да все, все, поняли мы. А ты что молчишь? Меня вчера током ударило, и у меня появилась суперспособность, не присущая чеченцам. Какая? Не выпендриваться. Пацаны, будьте немного посерьезнее. Против нас сегодня играют сильные команды. Сборная Тульской области, РУДН, МВД. МВД всю жизнь против нас играет. Ты что такое говоришь? Что хочу, то и говорю. У меня отец народный артист Чечни. У Сан Саныча тоже. Но он же себя так не ведет. Поэтому я надеюсь, вы к сегодняшней игре что-то подготовили. Шамиль, don't worry. Be happy. Да показывайте уже. Друзья, давайте перенесемся в магазин одежды. Девушка, здрасте. Здрасте. А есть кепочки FBI? Есть. Дайте, пожалуйста. О, нормально. Вон ту черную кожаную куртку дайте. Посмотри, какая она. Белые носки дай. Ничего себе. Крестные мокасины дай. Номер телефона дай. Эй! Так, пацаны, это все не то. Надо срочно спасать ситуацию. И не подумаем. Итак, представьте, что было бы, если бы в России не осталось чеченцев. Ну вот кто это сделал? Понятия не имею. Так, пацаны, объясните мне, пожалуйста, вы вообще зачем в Москву приехали? Как зачем? Домой? Я серьезно. Ну если серьезно, мы приехали немножко подзаработать. А, на работу устроиться? Ну если получится, и на работу устроимся. Ладно, пацаны, я вам даю последнюю возможность исправиться. Шамиль, мы обязательно воспользуемся этим возможностям. Иса, ты готов? Ой, конечно. Мансур, объяви меня. Иса. Да прекратите вы! Пацаны, вы издеваетесь? Неужели нельзя показать хотя бы один адекватный номер? Шамиль, успокойся, сейчас все покажем. Объявляй. Всем известно, что во время погони полицейские имеют право воспользоваться любым гражданским транспортным средством. Итак, представим, где-то на дорогах Москвы. Капитан Иванов, я веду преследование, мне срочно нужна ваша машина. Так, братан, либо садись рядом, либо я сам его догоню. Че ему передать? Ладно, черт с ним. Как можно так занижать машины? Поехали. Ловко у тебя получается. Может, к нам, в полицию? Не, спасибо, я только от вас. Эй, доставай мигалку, он от нас уходит. У меня нет с собой мигалки. Ладно, тогда я свою достану, чё. Держи ровнее, сейчас буду стрелять по колесам. Эх, патроны закончились, жалко. Да, жалко. Да хорош, давай уже. На, надо же. Все, тормози. Наши его перехватили. А ты молодец. На приоре догнать гелик многого стоит. Братан, я тебе одну философскую вещь скажу. Неважно, какая обертка. Главное, что внутри, вот здесь. Ладно, спасибо тебе. Эй, тормози, тормози. Я, конечно, не юрист, хоть и заканчивал юридически.
Но даже я знаю, что мне за это что-то причитается. Ладно, чем я могу тебе помочь? Права верните. Дорогие друзья, ну и в конце. Как мы уже говорили, мы не совсем обычная чеченская команда. И чтобы вы полностью поняли, насколько мы необычные, как только игра закончится, сразу домой поедем. Сборная вузов Чеченской Республики, спасибо.